From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for the церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении объединенного хора студентов из университета имени Бригама Янга. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви. Братья и сестры, приветствуем вас на второй сессии 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании при посредстве телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Колиев в различных частях мира, где эта встреча транслируется с помощью спутниковой связи. Мы признательны представителям высшей власти, высшим должностным лицам церкви, присутствующим на этой конференции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении объединенного хора студентов университета имени Бригама Янга под руководством Рональда Стейли и Розалинды Холл, органист Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание гимном «О Иисус, как счастлив я!». Вступительную молитву затем произнесет брат Рассел Осгуд Торп, генеральный президент воскресной школы, после чего хор исполнит гимн «Ты молился ли сегодня?». Thank you.
Наш дорогой Небесный Отец, мы собрались, как Твои святые, со всех концов земли на этой конференции. Мы благодарим за все благословения, которые мы получаем каждый день. Благодарим за любовь, которую мы ощущаем от Тебя и Твоего Сына Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы мы могли ощущать это в ходе этой сессии и также каждый день в нашей жизни. Мы благодарны за восстановление, и мы благодарим Тебя за все ключи священства, которые были восстановлены на земле в наши дни. И за то, что у нас есть живой пророк на земле, который может применять эти ключи нам на благо. И благодаря этим ключам мы можем жить вместе со своими семьями навечно. Мы молимся за тех, кто будут выступать, и чтобы также наше желание служить людям вокруг могло расти. Мы молимся за миссионеров по всей земле, которые проповедуют Евангелие по всей земле, чтобы Твое также Царство могло процветать. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Дитер Ухтдорф представит сейчас высших должностных лиц и региональных представителей кворумов 70 нашей церкви для поддержки голосования, после чего брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель департамента аудиторских проверок, зачитает годовой отчет. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2012 год. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беньона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухтдорфа как второго советника в первом президентстве. Кто за? Прошу показать это. Кто против, если таковые есть, могут выразить это. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента кворума 12 апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого кворума: Бойда Пекера, Тома Перри, Рассела Нельсона, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднара, Квентина Кука, Тодда Кристоферсона и Нила Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если есть такие, прошу показать тем же знаком. Старейшина Уолтер Гонсалес освобожден от обязанности члена президентства кворума 70. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали старейшина Улиссеса Суареса в качестве члена президентства кворума 70. Кто за? Покажите это, пожалуйста. Кто против, если есть? Предлагается освободить следующих братьев от обязанностей региональных представителей кворумов 70 с 1 мая 2013 года. Сержио М. Аная, Нолан Д. Арчибальд, Карлос Л. Асторга, Хектор Авила, М. Энтони Бернс, Дэвид Капрера, Милтон Камарго, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibáñez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino López, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluca, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickert, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Treithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности за их прекрасное служение, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы освободили с искренней признательностью сестер Элейн Далтон, Мэри Кук и Энн Дибб как Генеральное президентство Общества молодых женщин. Мы также освобождаем всех членов Генерального правления Общества молодых женщин. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Эдварда Дюба, Гиффорда Нильсена, Арнульфа Валенсуэлу. И в качестве новых членов второго кворума 70 Тимоти Джитиса, Рэнди Фанка, Кевина Гамильтона, Адриана Очоа, Теренса Винсена. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, тем же знаком. Имея в виду его призвание в качестве второго, члена второго кворума 70, мы также освобождаем брата Адриана Очоа как второго советника в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Желающие выразить свою признательность, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были поддержаны в качестве новых региональных представителей кворума 70. Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chang, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Giddy, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, Jose E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, Jose Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netza Hual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaac K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoi San Leonard Wo. All in favor, please, members. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, если есть. Предлагается, чтобы мы поддержали
Бонни Ли Грин Оскарсон в качестве генерального президентства Общества молодых женщин, с Кэрол Луиз Фолли МакКонки в качестве первой советницы и Эвелин Нейл Фуд Мэриетт в качестве второй советницы. Кто за, прошу показать это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей кворумов 70 и генеральные президентства вспомогательных организаций по состоянию на настоящее время. Кто за, пожалуйста? Кто против? Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосования, за вашу неизменную веру и молитвы за нас. Мы приглашаем вновь призванных представителей высшей власти Церкви и Генерального президентства Общества молодых женщин выйти и занять свои места в Президиуме. It's a long walk. Это длинный путь. Как было объявлено, брат Кентвелл сейчас зачитает аудиторский отчет, вслед за ним брат Хейлс представит статистический отчет. Первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано откровением из 120-го раздела учений Заветов, Совет по распределению десятины утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Этот совет утверждает бюджеты для церковных департаментов, организаций и выделяет бюджетные ассигнования для церковных подразделений. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, дипломированных внутренних аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах и проведенных аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управление полученными Церкви пожертвованиями и израсходованными денежными средствами церковной собственностью за 2012 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной Церкви политикой и процедурами. С уважением, Департамент аудиторских проверок Церкви, Роберт Кентвелл, управляющий директор. Для сведения членов церкви, первое президентство опубликовало следующий статистический отчет относительно роста и статуса церкви по состоянию на 31 декабря 2012 года. В церкви насчитывалось 3005 колиев, 347 миссий, 591 округ и 29014 приходов и небольших приходов. Общее количество членов церкви было 14 782 тысячи и 473. Количество новых детей и субъектов учета добавилось в 2012 году было 122 273. При этом в 2012 году крестилось 272 330 новообращенных. По состоянию на 31 декабря во всей церкви служило 58 990 миссионеров полного дня и 22 961 миссионеров церковного служения.
В 2012 году было посвящено 4 храма в Канзас-Сити, штат Миссури, в Манасу, Бразилии, в Брингам-Сити, штат Юта, и в Калгари, штат Альберта, Канада. В 2012 году было повторно посвящено 2 храма – Буэнос-Айрес, Аргентина, и Бойзи, штат Айдахо. В конце года было 140 храмов. We will now be pleased to hear. Сейчас мы будем рады услышать старейшина Ричарда Скотта и Квинтина Кука, членов кворума 12 апостолов. Затем хор и собравшиеся, стоя, исполнят гимн «Господь наш Бог и Царь». После этого промежуточного гимна к нам обратятся старейшина Стэнли Джей Эллис и Джон Диксон, члены кворума 70. После них выступит старейшина Дэвид Беднар, член кворума 12 апостолов. Многие голоса в мире, где мы живем, говорят, что мы должны жить в бешеном темпе. Всегда можно сделать еще больше или добиться большего. Но в глубине души у каждого из нас есть потребность в убежище, где преобладают покой и безмятежность. В том месте, где мы можем перестроиться, реорганизоваться и зарядиться, чтобы подготовиться к будущим неурядицам. Идеальное место для этого покоя — в стенах наших домов, где мы сделали все, что могли, чтобы Господь Иисус Христос был Его средоточием. В некоторых домах отцы — активные носители священства, а матери — преданные и любящие женщины. И вместе они руководят в праведности. А во многих домах другие условия. Какими бы ни были ваши условия, вы можете сосредоточить свою жизнь на Господе, ибо Он — источник истинного покоя в жизни. Будьте уверены в том, что каждое решение, принятое вами, независимо от того, относится ли оно к земным или духовным делам, основывается на том, чего от вас желает Спаситель. Он — средоточие нашего дома. Там царят мир и безмятежность. Дух уверенности пропитывает дом, и его чувствуют те, кто в нем пребывает. Исполнение этого наставления лежит не только на родителях, хотя их роль состоит в том, чтобы руководить. Дети могут отвечать за совершенствование в доме различных дел, сосредоточенных на Христе. Важно, чтобы родители учили своих детей распознавать, как их действия влияют на каждого из домочадцев. Дети, знающие, что с них спросят за их поступки, праведны или нет, вырастая, становятся достойными доверия гражданами Царства Божьего. Я уверен, что вы можете определить фундаментальные принципы, которые сосредотачивают вашу семью на Спасителе. Совет пророков о ежедневной личной и семейной молитве, ежедневном личном и семейном изучении священных писаний и еженедельном семейном домашнем вечере — это необходимость, несущая свет в создание дома, сосредоточенного на Христе. Без подобной регулярной практики будет трудно найти желаемый и столь нужный покой и убежище от мира. Будьте послушными учениям пророков. Христос хочет, чтобы следовали им. Не пытайтесь рационализировать будущее счастье, срезая путь вместо того, чтобы применять испытанные евангельские принципы. Помните, малое ведет к великому. Очевидно, что незначительная неосмотрительность или упущение могут привести к большим проблемам. Но более важно то, что простые, постоянные, хорошие привычки ведут к жизни полной обильных благословений. Вы,
дети в первоначальном обществе, вы, молодые мужчины и женщины в программах для молодежи, и вы, ныне служащие верные миссионеры, делаете многое гораздо эффективнее, чем получилось бы у меня в вашем возрасте. В предземной жизни вы доказали, что вы доблестны, послушны и чисты. Там вы усердно трудились, развивая свои таланты и способности, чтобы подготовиться к земной жизни с мужеством, достоинством, честью и успехом. Не так давно вы пришли в земной мир с потрясающими способностями и безграничными возможностями. Тем не менее, в вашем окружении есть реальные опасности. Ваш большой потенциал и способности могут быть ограничены или уничтожены, если вы поддадитесь заражению, распространяемому дьяволом вокруг вас. Как бы то ни было, сатана несравним со Спасителем. Судьба сатаны решена. Он знает, что проиграл, но хочет утащить с собой стольких, сколько сможет. Он будет пытаться погубить вашу добродетель и способности, используя ваши слабости. Оставайтесь на стороне Господа, и вы всегда будете побеждать. Вы живете в мире, где технический прогресс идет с невероятной скоростью. Для многих из моего поколения трудно идти в ногу с этими возможностями. В зависимости от того, как используется техника, этот прогресс может быть и благословением, и препятствием. Техника, если ее возможности правильно понимают и используют на праведные цели, не мешает, а наоборот расширяет возможности духовного общения. Например, у многих из нас есть персональное электронное устройство, помещающееся в кармане. Мы редко бываем без него. Мы обращаемся к нему много раз в день. К сожалению, эти устройства могут быть источником нечистоты и потерянного времени. Но когда мы используем технику должным образом, она может стать инструментом защиты от наихудшего, что есть в обществе. Кто бы мог недавно представить, что все образцовые труды церкви и многолетние послания с генеральных конференций смогут поместиться у вас в кармане. Просто наличие их в кармане не защитит вас, но изучение, обдумывание и прослушивание их в спокойные моменты каждый день даст вам больше возможностей общения через Духа. Будьте мудры в своем отношении к технике. Помните о важных отрывках в своих устройствах и почаще обращайтесь к ним. Если бы вы, молодые люди, просматривали стихи в священных писаниях так же часто, как некоторые из вас отправляют текстовые сообщения, скоро вы знали бы наизусть сотни отрывков. Вы узнаете, что в трудный час эти отрывки станут мощным источником вдохновения и руководства Святого Духа. Делать все, что мы можем, чтобы пригласить нежное, направляющее влияние Святого Духа в нашу жизнь, очень важно в наших попытках сосредоточить свои дома на Спасителе. Послушание этим подсказкам укрепляет нас еще больше. Больший покой придет к нам, если вы связываете свое стремление быть послушными со служением тем, кто рядом с вами. Так много людей, считающих свои таланты ограниченными, смиренно или великодушно используют их, чтобы благословлять жизнь окружающих. Эгоизм — вот корень великого зла. Противоядие от этого зла воплотилось в жизни Спасителя. Он показал нам, как сосредоточить свою жизнь не на себе, а на служении другим. Я узнал истину, которая так часто повторялась в моей жизни, что я воспринял ее как абсолютный закон.
она объясняет, как послушание и служение относятся к силе Божьей. Когда мы повинуемся заповедям Господа и самоотверженно служим Его детям, мы, естественно, получаем силу от Бога, силу сделать больше, чем смогли бы сами по себе. Наше понимание, наши таланты и способности увеличиваются, так как мы получаем крепость и силу от Господа. Его сила — один из основополагающих компонентов для основания дома, наполненного миром. Когда вы будете сосредоточивать свой дом на Спасителе, он естественным образом станет прибежищем не только для вас самих, но и для ваших друзей, живущих в более сложных обстоятельствах. Их привлечет спокойствие, которое они там ощутят. Принимайте таких гостей у себя дома. Они расцветут в этой сосредоточенной на Христе обстановке. Наладьте отношения с друзьями ваших детей. Будьте для них достойным примером. Одно из величайших благословений, которые мы можем предложить миру, это сила дома, сосредоточенного на Христе, в котором преподается Евангелие, соблюдаются заветы и царит любовь. Много лет тому назад, будучи в поездке по миссии, моя жена Джанин рассказала мне о старейшине, которого встретила. Джанин расспросила его о семье. Она была удивлена, когда тот ответил, что у него нет семьи. Далее он объяснил, что по рождении мать отдала его государству. Он провел детство, переходя из одного детдома в другой. Он был благословлен, найдя Евангелие в подростковые годы. Любящая приходская семья помогла ему обрести возможность служить на миссии. Позднее Джанин спросила жену президента миссии об этом замечательном старейшине. Она узнала, что несколькими месяцами ранее он болел и провел несколько дней в доме миссии. В это время он присоединялся к их семейным домашним вечерам. Перед тем, как вернуться к работе, он спросил президента миссии, можно ли ему провести еще 2-3 дня в доме миссии в конце своего служения. Он хотел понаблюдать, как ведет себя семья, сосредоточенная на Христе. Он хотел перенести эту модель в свою семью. Делайте все, что в ваших силах, чтобы у вас был такой дом. Помогайте тем, кто живет в неблагоприятных обстоятельствах. Будьте настоящим другом. Такая прочная дружба подобна асфальту, заполняющему выбоины жизни, чтобы сделать дорогу мягче и приятнее. Это не должно быть ресурсом, используемым для обретения собственных преимуществ, но сокровищем, за которое можно благодарить и которым можно делиться. Приглашайте в свой дом людей, нуждающихся в укреплении через подобный опыт. В заключение я поделюсь мыслями с теми, кто любит членов семьи, не делающих правильный выбор. Это может быть испытанием нашего терпения и нашей стойкости. Нам нужно доверять Господу и Его распорядку, тому, что положительный ответ на наши молитвы и усилия по спасению может прийти. Мы делаем все, что можем, чтобы служить, благословлять и покорно принимать Божью волю во всем. Мы взращиваем свою веру и помним о том, что есть нечто такое, что мы должны предоставить Господу. Он приглашает нас сложить свои бремена к Его ногам. Веря, мы сможем осознать, что дорогой нам заблудившийся человек не брошен, но о нем заботится любящий Спаситель. Замечайте в людях хорошее, а не их недочеты. Иногда недочеты требуют должного внимания, чтобы их исправили, но всегда основывайтесь на его или ее добродетелях. Когда вы чувствуете, что есть тонкая ниточка надежды, на самом деле это не ниточка,
а массивная, связующая цепь, подобная страховочному канату, укрепляющему и поднимающему. Надежда даст вам утешение, чтобы вы могли перестать бояться. Старайтесь жить достойно и доверяйте Господу. Нам не нужно переживать, если мы не можем одновременно делать все, что посоветовал нам Господь. Он также говорил о том, что всему свое время. В ответ на наши искренние молитвы о руководстве, Он направит нас в том, на чем мы должны заострить внимание в каждый период жизни. Мы можем учиться, расти и становиться подобными Ему постепенно и постоянно. Я свидетельствую, что жизнь в послушании, крепко укорененная в Евангелии Иисуса Христа, дает величайшую уверенность в покое и прибежище в наших домах. Да, будет множество трудностей или страданий, но даже в разгар смятения мы можем наслаждаться внутренним покоем и глубоким счастьем. Я свидетельствую, что искупление Иисуса Христа — великий источник этого обильного покоя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Недавние события побудили меня к размышлениям об учении, посвященном миру и покою, и особенно о роли Иисуса Христа, помогающем каждому из вас обрести неослабевающий личный покой. За последние несколько месяцев меня глубоко тронули два события. Во-первых, я выступал на похоронах Эмили Паркер, 6-летней девочки, трагически погибшей, вместе с 25 другими людьми, включая 19 маленьких детей, в результате стрельбы в Ньютауне, штат Коннектикут. Скорбя вместе с ее семьей, я осознал, что многие люди лишены мира и покоя. В ее родителях, Роберте и Алисе Паркер, я увидел силу и веру. Во-вторых, я встречался с тысячами верных членов церкви в городе Абиджан, Кот-д'Ивуар. Эта франкоговорящая страна в Западной Африке столкнулась с экономическими трудностями, пережила военный переворот и две гражданские войны, закончившиеся в 2011 году. И все же я ощущал особый покой в их присутствии. В мире часто происходят события, которые лишают нас покоя и повышают нашу уязвимость. Кто может забыть жестокие нападения 11 сентября 2001 года в различных районах США? Подобные события напоминают нам о том, как быстро можно разрушить наше чувство покоя и безопасности. Наш старший сын и его жена жили в трех кварталах от Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, когда первый самолет врезался в Северную башню. Они поднялись на крышу своего дома и с ужасом наблюдали за происходящим, думая, что это катастрофа. Затем они увидели, как в Южную башню врезался второй самолет, и они тут же поняли, что это не просто катастрофа. Они поняли, что нижняя часть Манхэттена подверглась атаке. Когда Южная башня обрушилась, их дом окутало облако пыли, пришедшая с нижней части Манхэттена. Пораженные тем, что произошло, и опасаясь новых атак, они помчались в безопасную зону, а затем приехали в церковное здание Манхэттенского колла в Линкольн-центре. Прибыв туда, они обнаружили, что десятки других членов церкви из Нижнего Манхэттена приняли такое же решение — собраться в центре колла. Они позвонили нам, чтобы сообщить, где они находятся, и я испытал облегчение, узнав, что они в безопасности. Я не был удивлен их местонахождением. Современные откровения учат, что колья Сиона должны служить защитой и убежищем от бури и гнева, когда он неразбавленным изольется на всю землю. Целую неделю они не могли вернуться в свой дом и были подавлены гибелью невинных людей. Однако сами они почти не пострадали. Размышляя об этих событиях, я был поражен доктринальным различием между всеобщим или мирским понятием покоя и личным миром и покоем.
При рождении Спасителя многочисленное воинство небесное славило Бога, провозглашая: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Однако мы с прискорбием узнаем, что даже в тот важный с точки зрения вечности период, последовавший за рождением Сына Божьего, царь Ирод приказал совершить жестокое убийство невинных младенцев в Вифлееме. Свобода воли — абсолютно необходимая часть плана счастья. Она предполагает любовь, жертвование, личный рост и опыт, необходимый для нашего вечного совершенствования. Свобода воли допускает также боль и страдания, которые мы испытываем на земле, даже если они вызваны тем, чего мы не понимаем, или злым умыслом других людей. Сама война на небесах велась в защиту нашей свободы воли. Она играет важную роль в понимании земного служения Спасителя. Как сказано в 10 главе Евангелия от Матфея, Спаситель, наставляя 12 апостолов, признал, что его миссия состоит не в том, чтобы достичь всеобщего мира и покоя в земной жизни. Апостолам он велел оставлять мир праведным домам, которые они будут посещать, но предупреждал, что они будут как овцы среди волков и ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевшийся до конца спасется. Важное утверждение сделано в стихе 34. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Совершенно ясно, что во время земного служения Христа на земле не было всеобщего мира, как нет его и сейчас. Господь в учении и заветах обучает нас многим важным принципам. В отношении тех, кто не покаялся, сказано, что Его Дух, то есть Дух Христа, который дается каждому человеку, приходящему в мир, не всегда будет воздействовать на человека. Кроме того, мир будет удален с земли. Пророки повторяли вслед за Господом, что мир действительно будет удален с земли. Люцифер еще не был связан и имел силу в своем царстве. Праведные люди во всем мире всегда стремились и будут стремиться к миру во всем мире. Мы никогда не должны останавливаться в стремлении достичь этой цели. Тем не менее, президент Джозеф Ф. Смит учил: «Дух мира и любви не сможет установиться в мире, пока человечество не примет истину Божию и Божье послание к ним и не признает его силу и власть, которые божественны. Мы искренне надеемся и молимся о всеобщем мире. Однако все мы, каждый человек и семьи, уже сейчас можем достичь этого мира, обещанной награды за праведность. Этот мир — обещанный дар, который мы получаем благодаря обещанным дарам Мессии Спасителя и Его искупительной жертве. Этот принцип лаконично изложен в учении и заветах. Но знайте, что тот, кто вершит дела праведности, получит свою награду, да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем». Президент Джон Тейлор учил, что мир — это не только наше желание, но дар Бога. Мир, о котором я говорю, — это не просто временное спокойствие. Это глубокое чувство неприходящего счастья и духовной удовлетворенности. Президент Хибер Грант так характеризует мир Спасителя. Его мир облегчит наши страдания, утешит наши сокрушенные сердца, укротит ненависть и пробудит в нас любовь к ближним, наполняющая наши души спокойствием и счастьем. Встречаясь с родителями Эмили Паркер, я видел, как мир Спасителя облегчает страдания и помогает утешить сокрушенные сердца. Примечательно, что сразу же после того случая массового убийства брат Паркер выразил желание простить преступника. Как сказал президент Грант, мир Спасителя может укротить ненависть. Судить — это дело Господа. Святые в Кот-д'Ивуаре во время гражданской войны в своей стране находили мир, сосредоточив свою жизнь на Евангелии Иисуса Христа, и особенно усердно занимались семейно-исторической и храмовой работой для своих предков.
Мы все стремимся к миру и покою. Мир — это не только безопасность или отсутствие войны, насилия, конфликтов и споров. К нам приходит мир и покой, когда мы знаем, что Спаситель знает нас, знает, что мы верим в Него, любим Его и соблюдаем Его заповеди. Даже и особенно во времена страшных жизненных испытаний и трагедий. Ответ Господа пророку Джозефу Смиту в тюрьме Либерти принес утешение его сердцу. «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои невзгоды будут лишь кратковременны. И тогда, если ты устоишь надлежащим образом, Бог возвысит тебя до невысот». Помните, Бог не есть Бог неустройства, но есть Бог мира. Те, кто отвергают Бога, не обретут мира. Мы все участвовали в Совете на небесах, где была предложена свобода воли, и знали, что из-за злоупотребления свободой воли на земле мы будем испытывать боль и даже страдания. Мы поняли, что это может вызывать у нас гнев, замешательство, чувство беззащитности и уязвимости. Но мы также знали, что искупление Спасителя преодолеет и компенсирует всю несправедливость земной жизни и принесет нам мир и покой. Старейшина Мэриан Хэнкс вставил в рамку и повесил у себя на стене высказывание Уга Бетти: «Верить в Бога значит знать, что все правила будут честными, и нас будут ждать чудесные сюрпризы». Каковы же источники мира и покоя? Многие ищут его мирским путем, который никогда не увенчается успехом. Мир и покой не обрести благодаря огромному богатству, власти или славе. Его нельзя найти в удовольствиях, развлечениях или праздной жизни. Ничто из перечисленного, даже и в изобилии, не может принести неприходящего счастья, мира и покоя. В любимом гимне Эммы Лутайн есть такой вопрос: «Где мне найти покой и утешение? Жажду души моей чем утолить?» Ответ один — Спаситель. Он — источник и Творец мира. Он — Князь мира. Как же мы можем стать ближе к Спасителю? Когда мы смиряемся перед Богом, постоянно молимся, каемся в грехах, входим в воды крещения с сокрушенным сердцем и кающимся духом и становимся истинными учениками Иисуса Христа, мы показываем совершенный пример праведности, наградой которой служит неприходящий мир и покой. После того, как царь Вениамин произнес свое вдохновенное послание об искуплении Христа, люди пали наземь. Дух Господний сошел на них, и они преисполнились радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира совести, благодаря тому, что у них была огромная вера в Иисуса Христа. Покаяние и праведная жизнь приводят к миру совести, необходимому для достижения удовлетворенности. Когда человек совершает серьезное согрешение, требуется покаяние, которое принесет мир и покой. Возможно, ничто не сравнимо с миром и покоем, который обретает измученная грехом душа, возложившая свои бремена на Господа и взалкавшая благословение искупления. Как сказано в другом любимом церковном гимне: «Доверю бремя Господу, и гимн спою о нем». Мое сердце радуется, когда я вижу, что в наши дни десятки тысяч юношей, девушек и пожилых миссионеров принимают призвание быть посланниками нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Они несут людям, каждому человеку и каждой семье, восстановленное Евангелие мира. Эта работа праведности приносит мир и покой детям Небесного Отца. Церковь служит убежищем, где последователи Христа обретают мир. Некоторые молодые люди в миру говорят о себе, что они духовные, но не религиозные. Чувство духовности — это хороший первый шаг. Однако только в церкви мы приобщаемся к церковной жизни, учимся и питаемся благим Словом Божьим. И самое важное в церкви — это власть священства, благодаря которой совершаются священные таинства и заключаются заветы, которые связывают семьи воедино и помогают каждому из нас вернуться к Богу Отцу Иисусу Христу в Целестиальное Царство. Эти таинства приносят мир, ибо благодаря им мы заключаем заветы с Господом. Многие из этих таинств совершаются в храмах, которые служат также источником покоя
и убежищем от мира. Те, кто посещают храмы или участвуют в днях открытых дверей в храме, тоже ощущают этот мир и покой. Я не могу забыть одно событие — дни открытых дверей и посвящение храма на Фиджи. В той стране произошел политический переворот, в результате которого повстанцы жгли и грабили центр Сувы, оккупировали здание парламента, взяв в заложники членов законодательного собрания. В стране было введено военное положение. Военные Фиджи дали церкви разрешение собрать ограниченное число людей на день открытых дверей и очень маленькую группу на посвящение храма. Членов церкви в целом не приглашали на это событие по соображениям безопасности. Это было единственное посвящение храма со времен первоначального храма в Наву, проводившееся в очень сложных условиях. Одной из тех, кого пригласили на день открытых дверей, была красивая женщина, уроженка Индии, член парламента. Однажды ее захватили заложники, но вскоре освободили, потому что она была женщиной. И в целестиальном зале, свободном от хаоса и окружающего мира, она буквально залилась слезами, ощутив переполнявшее чувство покоя. Она почувствовала Святого Духа, который утешил ее и принес свидетельство о священной природе храма. Спаситель — вот источник истинного мира и покоя. Даже несмотря на жизненные испытания, благодаря искуплению Спасителя и Его благодати, праведная жизнь будет вознаграждена личным покоем. В глубоко личной обстановке Тайной Вечери Спаситель обещал своим апостолам, что они будут благословлены Утешителем, Духом Святым. И потом он произнес эти важные слова. «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». И позже, перед своей заступнической молитвой, он сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил мир». Лиза Сноу прекрасно изложила эту идею в стихах. «Радости нашей нет конца, Господу слава в вышине, беды пройдя, услышим глас, мир обретете вы во мне. И я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь». Это 183-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Thank you.
Братья и сестры, в качестве благодарности я надеваю галстук добродетели. Братья и сестры, я служу в качестве одного из членов Кворума 70. 70 призваны быть посланниками, делиться Словом Господа по мере того, как мы получаем его от апостолов и пророков, от Святого Духа, и быть особыми свидетелями имени Христа, проповедания Евангелия по всему миру, в созидании церкви, а также в управлении делами. Я вырос на ферме неподалеку от Берли, штат Айдахо, настоящий фермерский мальчишка из Айдахо. И благодаря этому я научился следующему: трудиться, если не посадишь, то и не пожнешь. Трудиться с мудростью, если будешь поливать, удобрять, то пожнешь больше. Важно все делать вовремя. Если не посадишь в надлежащее время, то ранние заморозки могут погубить урожай. Делать все, что необходимо сделать или должно быть сделано, вне зависимости от того, нравится, хочется ли и удобно ли тебе это или нет. Ты доишь корову тогда, когда ее нужно доить, а не когда тебе этого захочется. Выражаться четко и прямо, имея дело со скотом и механическим оборудованием, у тебя нет времени ходить вокруг да около или же беспокоиться о том, чтобы быть политически корректным. Следуя этому принципу, где бы я ни служил в церкви, я часто задавал такой вопрос: хотите или нет, чтобы я выражался четко или прямо, или же слащаво. Как правило, святые выбирали четко и прямо. Сегодня я буду выражаться четко и прямо. И, наконец, будучи фермерским мальчишком из Айдахо, я научился твердо придерживаться основных принципов. Для всех из нас, а также для нашего учения, нет ничего более основополагающего, чем истина, содержащаяся в первом символе веры. Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Духа Святого. Кроме того, Он, наш Небесный Отец, который знает, любит нас и желает, чтобы мы вернулись к Нему. Иисус, наш Спаситель и Искупитель, который благодаря искуплению сделал так, чтобы мы преодолеем смерть и будем жить вновь, а также сделал возможным, чтобы мы получили возвышение, обрели жизнь вечную. Святой Дух, наш Утешитель, Носитель Откровений, Учитель, Свидетель и Проводник. Только подумайте, братья и сестры, мы не духовные сироты, мы не одиноки. Почему лучше иметь родителей, не быть сиротой? Мы можем у них учиться, пользоваться их опытом, избегать скрытых опасностей, о которых они нас предупреждают, и благодаря их точке зрения обладать более глубоким пониманием. Мы не теряемся, не заблуждаемся, не поддаемся обману, не утрачиваем своего значения. Это особенно верно в отношении нашего Небесного Отца, который учил нас и указывал нам не просто какой-то путь, но единственный путь. У Бога свой путь. Это путь, как следует жить, любить, помогать, молиться, общаться друг с другом, руководить, вступать в брак, воспитывать детей, учиться, распознавать истину, делиться Евангелием и так далее. Наряду со священными писаниями нам помогут искать Господний путь такие прекрасные источники, как веры сильные во имя нравственной силы молодежи, а также и другие учения живущих апостолов и пророков. Например, Он учил нас в священных писаниях: «Мои мысли, не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Одна из бед этих последних дней заключается в том, что каждый человек идет своим путем. В притчах нас предупреждают: «Не будь мудрецом в глазах твоих и не полагайся на разум твой». Нас учат, что если мы будем делать все по-Господнему, то Он обязательно благословит нас, и мы можем рассчитывать на Его обещания. А если нет, то мы лишены обещания. Когда Господь обучал пророка Самуила, который был послан, чтобы найти нового царя, Господь сравнил свой путь с нашим путем. Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Даже относительно повсеместно признанного желания помогать бедным и нуждающимся, Господь соглашается с нашей целью, но предупреждает.
но это должно быть сделано моим путем. Иначе же, стремясь помочь, мы можем им даже навредить. Господь учит нас о необходимости способствовать материальной независимости. Даже если мы в состоянии помогать, нам не следует давать людям или обеспечивать их тем, что они могут и должны делать для себя, сами. Где бы в мире это ни пытались делать, люди познают изъяны таких пособий. Воистину, Богу лучше знать. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. У Господа свой взгляд на миссионерскую работу. Он сформулирован в Священных Писаниях и проповедовать Евангелие мое, и осуществляется под руководством Святого Духа. У Господа свой взгляд на любовь. Мирские люди говорят, что самое важное, чтобы два человека любили друг друга. Наш Небесный Отец учит нас, что это, конечно, важно, но Он учит нас и большему, что для выражения этой любви существует соответствующее место и время. Джозефа Смита с детства учили идти по Господнему пути. Когда его спрашивали, как он руководит церковью, он объяснял, что он учит правильным принципам, а прихожане сами управляют собой. Один из принципов, которому нас часто учат, состоит в том, чтобы цвести там, где мы посажены. И все же иногда мы поддаемся искушению поддаться в какую-нибудь другую местность, в надежде на то, что там у детей будет больше друзей, или, следовательно, церковные молодежные программы будут лучше. Братья и сестры, действительно ли мы полагаем, будто решающим фактором в спасении наших детей является то, в каком районе мы проживаем? Апостолы и пророки часто учат, что то, что происходит в стенах дома, имеет намного более важное значение, чем то, с чем они сталкиваются за его порогом. То, как мы воспитываем своих детей, имеет намного больше важное значение, чем то, где мы их воспитываем. Разумеется, когда мы принимаем решение, где обосноваться, учитываются другие факторы, и, к счастью, Господь направит нас, если мы ищем Его одобрение. Еще один вопрос. Где мы нужны? В течение 16 лет я служил в президентстве Хьюстонского Северного Кола, штат Техас, США. За эти годы в тот регион приехало много людей. Нам часто звонили и сообщали, что кто-то собирается переехать в наш регион и интересуется, какой приход самый лучший. Лишь однажды за эти 16 лет мне позвонили и спросили, какому приходу нужна хорошая семья? Где мы будем полезны? В ранние годы церкви президент Бригам Янг и другие давали прихожанам призвание отправляться в какие-нибудь определенные места для создания там церкви. Парадокс в том, что и сегодня повсюду живут верные члены церкви, которые отправятся, куда бы только их ни позвал пророк. Но неужели мы ожидаем, что президент Монсон лично обратится к каждому из более чем 14 миллионов из нас и скажет, где нужна наша семья? Господний путь состоит в том, чтобы мы внимали учениям наших руководителей, понимали правильные принципы, управляли собой. Учитывая все, что происходит сегодня в церкви, поскольку Господь повсюду ускоряет свое дело, даже еще более важно, чтобы все, что мы делали Его путем. Особенно в том, что касается работы по спасению, мы узнаем, что в даре своего Сына Бог приготовил более превосходный путь. Учение Христа есть путь, и нет ни другого пути, ни имени, данных под небом, посредством которых человек может быть спасен в Царстве Божьем. В нынешнем мире мы видим, сколько людей живут в заблуждении, или же еще хуже, блуждают по запрещенным тропам и страдают от последствий неверных решений. И мне хочется воскликнуть, подобно Алмии, «О, если бы я был ангелом и мог исполнить желание моего сердца, чтобы выйти мне и прозвучать трубой Божьей, голосом, созидающим землю, и возгласить покаяние каждому народу. Да, я провозгласил бы каждой душе покаяние, план искупления, дабы они покаялись и пришли к Богу нашему, и встали на Его путь, дабы не было больше горести на всем лицу лица земли». И снова, я свидетельствую о том, что у Господа есть свой путь. Наш Небесный Отец знает нас, любит нас, желает помочь. Он лучше всех знает, как помочь. Мы не духовные сироты. Наш Спаситель, Иисус Христос, путь и истина и жизнь. Его путь основан на вечной истине и ведет нас к миру в этом мире и жизни вечной в мире грядущем. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь. The Savior's mortal ministry was complete. Земная миссия Спасителя была завершена. Его страдания в Гефсимании и на кресте закончились.
Мы узнаем из Деяний, глава 1, что он служил 40 дней по воскресенье своим, являясь апостолом и говоря о Царстве Божьем. Он сказал им: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Вскоре после этого он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Действительно, Спаситель должен снова прийти при своем втором пришествии, но до этого Евангелие Иисуса Христа должно дойти до края земли. От Матфея мы узнаем об особом мандате апостолам нести Евангелие всем народам. «И, приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа“». В первые дни Церкви, в зените времени, Евангелие приносимо было только в дом Израилев. Затем Петру, старшему апостолу, пришло откровение о том, что пора нести Евангелие за пределы Израиля и язычникам. 10 и 11 главы Деяний помогают нам понять процесс и образец, по которому об этом необходимом распространении Церкви на других детей Божьих становилось известно ее председательствующим и рядовым членам. Используя Корнилия, который был язычник, сотник и хороший человек, Господь повелел Петру нести Евангелие язычникам, что было ново и чуждо для святых тех дней. Откровение, произведшее это изменение в делах Церкви, было дано Петру, старшему апостолу. Мы знаем, что Евангелие затем быстро пошло к народам язычников. Одним из примеров расширения Церкви в то время стало обращение Павла, ставшего великим апостолом для язычников. Было ему видение по дороге в Дамаск, где он увидел свет и услышал голос, кающийся в его грехах, и призван был Богом и стал тогда великой силой в распространении Евангелия Иисуса Христа. Перенесемся на 1800 лет вперед, во времена восстановления Евангелия или совершения всего перед Вторым пришествием. Я свидетельствую, что через пророка Джозефа Смита Церковь была восстановлена и продолжает идти вперед под управлением первого президентства и кворума 12 апостолов. Их мандат — нести Евангелие в мир тот же, что и у апостолов древности. С момента организации Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в 1830 году Церковь уверенно идет по миру от страны к стране, от культуры к культуре, от народа к народу, согласно Господнему календарю и в его время. Затем, в 1978 году, следуя установленному образцу откровения, через старшего апостола, на сей раз президента Кимбелла, пришло откровение о священстве, позволяющее всем достойным мужчинам во всем мире получать священство и помогать семье и другим в получении каждого благословения, восстановленного Евангелия. Теперь уже не только больше, но вообще все дети Небесного Отца во всем мире могли вкушать все благословения Евангелия. Как это правильно для Царства Божьего на земле в ожидании грядущего второго пришествия Христа. Лично я тогда только что был призван в качестве президента миссии, и мы с сестрой Диксон собирались перевозить нашу семью в Мексику. И старейшина Ричард Скотт, в то время член кворума 70, рассказал мне об этом особом откровении.
помню, как к моим глазам подступили слезы, когда он рассказал мне, что случилось. Я был несказанно рад, ибо знал, что это правильно, что пришло время всему человечеству получить доступ ко всем таинствам и заветам благословенного Евангелия. Это было 34 года назад, и у меня тогда и в мыслях не было, что я проведу несколько лет своего служения в Кворуме 70 в западноафриканском регионе церкви среди верующего народа, на жизнь которого так повлияет это откровение 1978 года о священстве. Сестра Диксон и я прожили там 4 года, и это прекрасное время изменило нашу жизнь. Как народ, западные африканцы верят в Бога, совершенно не стесняются провозглашать и делиться своей верой с другими и имеют огромный потенциал лидерства. Они приходят в церковь сотнями, и почти каждую неделю где-нибудь в западноафриканском регионе образуется пара приходов. Причем почти все их руководители священства и вспомогательных организаций — африканцы. Как бы я хотел, чтобы вы встретились со святыми в храме в Абе, Нигерии, или Акре, Гана, и ощутили преданность этих святых, познакомились со сплошь африканскими президентствами храмов, с африканскими региональными представителями Кворумов 70, которые собрались сегодня в конференц-центре, с этими адвокатами, профессорами и бизнес-менеджерами, познакомились с руководителями африканских кольев и приходов и членами их семей. В Африке побывать в классе воскресной школы, вспомогательной организации или в классе священства значит получить священный опыт, ведь там следуют церковной учебной программе, прекрасно понимают Евангелие, преподают и обучаются духом. Евангелие в Африке идет к счастливым людям, не обремененным внешними атрибутами, определяющими жизнь многих на Западе. Они не стремятся к обладанию бесконечными материальными благами. Об африканцах говорят, что у них очень мало ненужного и очень много самого нужного. Их не привлекают огромные дома и роскошные автомобили, но привлекают возможность знать своего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа и иметь вечные семьи. В качестве естественного результата их веры Господь возвышает их подобающе. Знающих так, как мы, не удивляются, что они могут стать важнейшей частью расширения Церкви Иисуса Христа в последние дни. Когда Даниил, ветхозаветный пророк, представлял себе Царство Божье в последние дни, он видел, что Евангелие распространится до концов земли, как камень, отторгнутый от горы нерукотворно, и будет катиться, пока не наполнит всю землю. И это очень правильно, что наши замечательные африканские братья и сестры будут важной частью исполнения этого пророчества, и что откровения, претворяющие его в жизнь, будут следовать образцам, установленным Господом. Я свидетельствую, что нас Небесный Отец любит своих детей, что Иисус есть Христос, и что Евангелие доступно всем, и живым, и умершим, во священное имя Иисуса Христа. Аминь. Мое послание касается фундаментального вопроса, имеющего великие духовные последствия. Почему закон целомудрия так важен? Я молюсь о том, чтобы Святой Дух подтвердил истинность тех принципов, о которых я говорю. Важное значение целомудрия можно понять только во всеобъемлющем контексте плана счастья, созданного Небесным Отцом для своих детей. Все люди, как мужчины, так и женщины, сотворены по образу Божьему. Каждый является возлюбленным, духовным сыном или дочерью небесных родителей, и потому божественная природа и судьба уготованы всем. Все люди жили с Богом, как Его духовные дети, до пришествия на землю, где они стали смертными существами. План Отца дает возможность Его духовным сыновьям и дочерям получить физическое тело, обрести опыт земной жизни и двигаться вперед к своему возвышению.
Наши физические тела придают широту, глубину и яркость опыту, который просто невозможно было получить в нашем приземном состоянии. Таким образом, наши отношения с другими людьми, наша способность распознавать истину и действовать согласно ей, а также следовать принципам и таинствам Евангелия Иисуса Христа, укрепляются и усиливаются благодаря нашим физическим телам. В школе земной жизни мы испытываем нежность, любовь, доброту, счастье, горе, разочарование, боль и даже проблемы физических ограничений. И все это готовит нас к вечности. Проще говоря, есть уроки, которые мы должны усвоить, и события, которые мы должны пережить во плоти, как говорится в Священных Писаниях. После создания Земли Адам был помещен в сад Едемский. Важно, однако, что Бог сказал: «Нехорошо мужчине быть одному», и Ева стала спутницей и помощницей Адама. Для осуществления плана счастья требовалась уникальная комбинация духовных, физических, интеллектуальных и эмоциональных качеств как мужчин, так и женщин. Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Мужчина и женщина должны учиться друг у друга, укреплять, благословлять и дополнять друг друга. Средства, с помощью которых зарождается земная жизнь, предназначены для этого Богом. Первая заповедь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, относилась к их способности стать родителями. Заповедь плодиться и наполнять землю остается в силе и в наши дни. Итак, брак между мужчиной и женщиной — это санкционированный канал, через который предземные духи попадают на землю. Полное воздержание до брака и абсолютная верность в браке охраняют святость этого священного канала. Сила деторождения имеет духовную значимость. Неправильное использование этой силы низлагает цели плана Отца и нашего вечного существования. Наш Небесный Отец и Его возлюбленный Сын — Творцы. Они наделили каждого из нас частью своей созидательной силы. Особое указание по правильному использованию своей способности созидания новой жизни составляет важную часть плана Отца. То, как мы относимся к этой божественной силе и используем ее, во многом определяет меру нашего счастья в земной жизни и нашу судьбу в вечности. Старейшина Даллин Оукс объяснял: «Сила творить земную жизнь — наиболее возвышенная и великая сила, данная Богом своим детям. Ее использование было провозглашено в первой заповеди, но была дана и другая важная заповедь, чтобы запретить ее неправильное употребление. Акцент, который мы ставим на законе целомудрия, объясняется нашим пониманием цели, силы воспроизведения потомства в выполнении Божьего плана. Всякое использование силы деторождения вне уз брака есть в той или иной степени греховное разложение и извражение самого божественного качества мужчин и женщин». Конец цитаты. В Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней есть единственная незыблемая норма половой нравственности. Интимные отношения уместны только между мужчиной и женщиной, состоящими в супружеских отношениях, которые предусмотрены в плане Бога. Подобные отношения существуют не просто для удовлетворения любопытства, утоления инстинктивных потребностей организма и эгоистичного времяпрепровождения или развлечения. Это не просто победа, которой нужно добиться, или действие, которое нужно совершить. Нет, эти отношения в земной жизни представляют собой одно из величайших проявлений нашей божественной природы и потенциала, а также способ укрепления эмоциональной и духовной близости между мужем и женой. Нас, личностей, благословленных свободой воли, определяет как детей Божьих наше божественное наследие, а не половые отношения, современный взгляд на жизнь и мирская философия. В некоторой степени плотский человек, описанный царем Вениамином, жив и силен в каждом из нас. Плотский человек не хочет каяться и потворствует своим желаниям.
Он похотлив и сластолюбив, нескромен, исполнен гордыни и эгоистичен. Президент Спенсер Кимбл учил, цитата, «Плотский человек — это приземленный человек, позволивший грубым животным страстям побороть свои духовные склонности». Конец цитаты. Напротив, человек Христов духовен и обуздывает все свои страсти. Он сдержан, умерен, великодушен и бескорыстен. Человек Христов крепко держится Слова Божьего, отвергает себя и берет его крест. Он идет вперед по тесному и узкому пути верности, послушания и преданности Спасителю и Его Евангелию. Как сыновья и дочери Бога, мы унаследовали Его божественные качества. Но в настоящее время мы живем в падшем мире. Сами элементы, из которых были созданы наши тела, по своей природе падшие и всегда были подвержены воздействию греха, разрушения и смерти. Следовательно, падение Адама и духовные мирские последствия этого события больше всего влияют на нас именно через наше физическое тело. Тем не менее, мы — существа двойственной природы, ибо наш дух или наша вечная духовная составляющая облечен в физическое тело, подверженное влиянию падения. Иисус обратил на это внимание апостола Петра. «Дух бодр, плоть же немощна». Таким образом, истинную природу испытания земной жизнью можно подытожить следующим вопросом. Поддамся ли я влечениям плотского человека, или же буду прислушиваться к внушениям Святого Духа, отрешусь от плотского человека и стану святым через искупление Христа Господа? В этом и заключается наше испытание. Любую склонность, любое желание, пристрастие и побуждение плотского человека можно преодолеть с помощью искупления Иисуса Христа. Мы пришли на землю, чтобы развить в себе божественные качества и обуздать все плотские страсти. Отец задумал свой план, чтобы дать руководство своим детям, помочь им стать счастливыми и благополучно привести их к себе домой, наградив их воскресшим, возвышенным телом. Небесный Отец хочет, чтобы мы пребывали вместе в свете, исполненные надежды. Люцифер, напротив, старается запутать сыновей и дочерей Бога, сделать их несчастными и воспрепятствовать их вечному совершенствованию. Главная цель Отца лжи — сделать нас несчастными, как Он сам. Люцифер хочет, чтобы мы, в конце концов, оказались в одиночестве, во тьме и без всякой надежды. Сатана неустанно трудится, чтобы разрушить наиболее важные элементы плана Отца. У него нет тела, и его вечный прогресс остановлен. Подобно тому, как вода, текущая по руслу реки, перегораживается плотиной, прегражден и вечный прогресс Искусителя, ибо у него нет физического тела. Своим бунтом Люцифер лишил себя всех земных благословений и переживаний, доступных благодаря телу из плоти и костей. Он не может усваивать уроки, которые может усвоить только воплощенный дух. Он не приемлет реальность буквального и всеобщего воскресения человечества. Одно из действенных библейских значений слова «проклятый» иллюстрируется неспособностью сатаны развиваться и стать таким, как наш Небесный Отец. Поскольку физическое тело занимает столь важное место в задуманном Отцом плане счастья и нашего духовного развития, Люцифер стремится помешать нашему совершенствованию, искушая нас неподобающим образом использовать свое тело. Один из величайших парадоксов вечности состоит в том, что Искуситель, который несчастен именно потому, что не имеет физического тела, побуждает и соблазняет нас разделить с ним его несчастье через неподобающее использование нашего тела. То самое средство, которого у него нет и которое он не может использовать, становится главной целью в его попытках совлечь нас в духовную погибель. Нарушение закона целомудрия — один из самых тяжких грехов, связанных с неподобающим использованием нашей физической скинии. Для тех, кто знает и понимает план спасения, любое осквернение тела — это бунт.
и отрицание нашей истинной сущности как сыновей и дочерей Бога. Вглядываясь сквозь земную жизнь в вечность, легко понять, что фиктивное товарищество, пропагандируемое искусителем, временно и бесплодно. Алма наставлял своего сына Шиблона, чтобы он обуздывал все свои страсти, дабы был он преисполнен любви. Знаменательно, что, дисциплинируя своего плотского человека, каждый из нас обретает способность еще сильнее, глубже и крепче любить Бога и Его детей. Любовь возрастает благодаря праведной сдержанности и охладевает из-за импульсивного потворства своим желаниям. Президент Мэрион Ромни сказал, цитата, «Я не могу себе представить более желанных благословений, чем те, что обещаны чистым и добродетельным». И Иисус говорит об особых благословениях за разные добродетели, но, на мой взгляд, величайшее благословение Он уготовил для чистых сердцем, ибо они, говорит Спаситель, Бога узрят. И они не только увидят Господа, но и будут чувствовать себя свободно в Его присутствии. Вот обещание Спасителя. «Пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы Твои, тогда уверенность Твоя усилится в присутствии Божьем». Конец цитаты. Нам также обещано, если мы будем идти по пути добродетели, Дух Святой постоянно будет нашим спутником. Таким образом, соблюдая закон целомудрия, мы открываем дорогу некоторым из величайших благословений, доступных в земной жизни мужчинам и женщинам, а именно, соответствующей духовной уверенности в присутствии семьи, друзей, прихожан и, в конце концов, Спасителя. Наше врожденное желание ощущать себя на своем месте исполняется в праведности, если мы ходим в свете, исполненные надежды. Некоторым из тех, кто слышит это послание, необходимо покаяться в половом или каком-либо другом грехе. Спасителя часто называют великим целителем, и это звание имеет и символическое, и буквальное значение. Каждому из нас доводилось испытывать физическую боль из-за ушиба или раны. Когда нам больно, мы, как правило, ищем облегчение этой боли и благодарны за лекарства и лечение, помогающие смягчить наши страдания. Задумайтесь о грехе, как о духовной ране, вызывающей чувство вины, или, как описал это чувство Алма, терзаниях совести. Чувство вины играет для нашего духа ту же роль, что и физическая боль для нашего тела. Это предупреждение об опасности и защита от худшего повреждения. Из искупления Спасителя проистекает целебный бальзам, который может исцелить духовные раны и устранить чувство стыда. Однако этот бальзам может применяться только через веру в Господа Иисуса Христа, через покаяние и постоянное послушание. В результате искреннего покаяния мы обретаем мир совести, утешение, а также духовное исцеление и обновление. Ваш епископ или президент небольшого прихода служит духовным помощником целителя, поскольку ему поручено помочь вам покаяться и исцелиться. Однако помните, степень и сила покаяния должны быть соразмерны природе и тяжести ваших грехов. Особенно для святых последних дней, заключивших священные заветы. Для совершенного и полного исцеления серьезных духовных ран требуется длительное лечение и время. Многим людям в этом мире, где все еще больше высмеется святость силы деторождения и принижается ценность человеческой жизни, учение, которое я описал, может показаться устаревшим и старомодным. Но истина Господа не меняется из-за чьих-то прихотей, популярности или опроса общественного мнения. Я обещаю, что послушание закону целомудрия поможет нам стать счастливее в этой жизни и откроет нам путь к вечному совершенствованию. Целомудрие, добродетель есть, были и всегда будут самым дорогим на свете. Я свидетельствую об этом. Во священное имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Мы благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку в исполнении хора студентов.
университета имени Бригама Янга. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 часов утра состоится общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. А сейчас мы будем рады услышать старейшину Рассела Нелсона, члена кворума 12 апостолов. После выступления хор закроет это собрание гимном «Дай святости больше». Заключительную молитву произнесет старейшина Джей Девн Корниш, член кворума 70. Дорогие братья и сестры, вместе с президентом Томасом Монсоном и остальными, я восторгаюсь теми, кто откликнулся на призыв пророка пополнить ряды достойных миссионеров. Сейчас землю захлестнула волна небывалого энтузиазма, связанного с миссионерской работой. С прошлого октября, когда президент Монсон сделал свое историческое заявление, были призваны тысячи старейшин, сестер и супружеских пар, и еще многие готовятся служить. Мы слышим такие вопросы. Что же нам делать со всеми этими миссионерами? Ответ прост. Они будут делать то же, что миссионеры делали всегда. Они будут проповедовать Евангелие. Они будут благословлять детей Бога Всевышнего. Юноши и девушки, большинство из вас поймают эту волну, если будут стремиться стать достойными призвания на миссию. Это волна истины и праведности, и вы получите возможность оказаться на ее гребне. Вы, подростки, следуйте новым учебным планам и обучайте друг друга доктрине Иисуса Христа. Пришло время, ваше время готовится обучать людей благости Бога. Молодые мужчины и женщины, ваше образование важно, как и прежде для нас, для вас и для Бога. Там, где возможно, если вы решили обучаться в колледже или университете после служения на миссии, мы призываем вас подать необходимые документы в выбранное вами учреждение до начала вашей миссии. Многие высшие учебные заведения представляют академический отпуск будущим миссионерам на срок от 18 до 30 месяцев. Это позволит вам, старейшины и сестры, служить, не беспокоясь о том, как потом продолжить учебу. Мы глубоко благодарны руководителям образовательных учреждений, которые предоставляют подобную возможность. Вы, родители, учителя и остальные, ловите волну, помогая нашему подрастающему поколению становиться достойными служить на миссии. При этом пример вашей жизни привлечет интерес ваших знакомых и соседей. Будьте готовы ответить на вопросы тех, кто спрашивает, почему вы так живете. Сталкиваясь с подобными вопросами, вы можете ответить так. А давайте спросим миссионеров. Они нам помогут. Если хотите, я буду рядом. Когда эти миссионеры станут отвечать вам и обучать вас. Вы, взрослые, ловите волну, участвуя в духовной, физической и финансовой подготовке будущих миссионеров. Для вас должно стать привычкой бросать монетки в их копилку. Вы, пожилые пары, составляйте планы на тот день, когда сможете отправиться на миссию. Мы будем вам очень признательны за служение. А пока, возможно, некоторые из вас могут поддерживать своими деньгами миссионеров, внося пожертвования в общий фонд миссионерской работы, как предложил президент Монсон. Все больше избранных мужчин и их милых напарниц ловят волну, получая призвание председательствовать над миссиями церкви. Своим служением они закладывают будущее рожденных и пока нерожденных поколений.
Президенты миссии наделены ключами ответственности за благополучие, безопасность и успех своих миссионеров. После беседы с президентами кольев и округов своей миссии, каждый президент миссии направляет старейшин и сестер служить в определенные колья и приходы. Президенты кольев и епископы ловят волну, уделяя все больше времени собеседованиям с потенциальными миссионерами. Эти руководители священства держат ключи ответственности за миссионерскую работу в своих подразделениях и воодушевляют прихожан участвовать в ней. На каждом совете прихода братья и сестры тоже начинают ловить волну. На совете присутствует и руководитель миссии прихода. Хотелось бы обратиться лично к каждому из вас, руководителям миссии приходов. Ваш епископ призвал вас вести миссионерскую работу в приходе. Некоторые из вас настолько успешны, что на помощь вам понадобилось призвать ассистента. Вместе с остальными участниками совета прихода вы выявляете менее активных прихожан, семьи, не все члены которых состоят в церкви, и интересующихся. Вы регулярно проводите собрания с миссионерами полного дня. Вы наставляете миссионеров и помогаете им. Прошу вас, заполняйте их ежедневники целенаправленными и полезными встречами, уроками. Вы ответственны за это. Вы действительно играете критическую роль в успехе их дела. Если вы с верой и энтузиазмом поймаете нужную волну, то же произойдет и с остальными людьми. Вы, руководитель миссии прихода, служите единственным связующим звеном между прихожанами в этой священной работе спасения Божьих детей. Наши заинтересовавшиеся друзья и соседи другого вероисповедания тоже могут поймать волну. Мы призываем их беречь все то доброе и истинное, что есть в их жизни, и приглашаем их получить еще больше, а особенно славную истину вечного плана Бога. Семьи навеки могут быть вместе. Какое же чудо эта волна истины и праведности! Ее порождает не человек. Она исходит от Господа, который сказал: «Я ускорю работу мою в свое время». Эту волну наполняет мощью божественное провозглашение, которое прозвучало 193 года назад. Оно состояло всего из 7 слов. «Сей есть мой возлюбленный сын. Слушай его». Это провозглашение, произнесенное Богом Всевышним, лично познакомило юного Джозефа Смита с Господом Иисусом Христом. С этих 7 слов началось восстановление его Евангелия. Почему? Да потому что наш Бог — живой, любящий Бог. Он хочет, чтобы его дети узнали его и посланного им Иисуса Христа. И он хочет, чтобы его дети обрели бессмертие и вечную жизнь. Ради этой славной цели наши миссионеры обучают истинам восстановления. Они знают, что почти 2000 лет назад Господь основал свою церковь. После его распятия и смерти его апостолов люди изменили церковь и ее учение. А затем, спустя многие поколения духовного мрака, и согласно предсказаниям былых пророков, Небесный Отец и Иисус Христос восстановили эту церковь, ее учение и ее власть священства. Благодаря этому восстановлению людям снова доступны знания и основные таинства спасения и возвышения. В конечном итоге это возвышение позволяет каждому из нас вечно пребывать со своими близкими в присутствии Бога и Иисуса Христа. Я не могу говорить о восстановлении спокойным тоном. Меня просто поражает этот исторический факт.
Он невероятен. Просто дух захватывает. Разве не удивительно, что явились небесные вестники и передали нам власть и силу, связанные с этой работой? Наш Отец Вечный и Иисус Христос неоднократно являлись пророку Джозефу Смиту. Под их руководством проходили и другие небесные вестники, каждый с определенной целью. Например, ангел Мороний явил книгу Мормона. Иоанн Креститель восстановил священство Ааронова. Петр, Иаков и Иоанн восстановили священство Мелхиседекова. Моисей даровал ключи собирания Израиля. Ильяс передал ключи знаний об Аврааме. Илья восстановил ключи власти запечатывания. Кроме того, восстановление принесло нам и те знания, которые были у святых в древние времена. Господь уготовил новую книгу Священного Писания. Он подкрепил Библию книгой Мормона, еще одним свидетельством об Иисусе Христе. Это летопись о пророчествах и служении воскрешенного Господу народу Древней Америки. В ней разъясняется великий Божий план счастья, план спасения. Книга Мормона полностью созвучна Библии. Обе священные летописи утверждают истину Евангелия Иисуса Христа и важность Его искупления. Восстановление стало исполнением многих библейских пророчеств. Например, Исаия пророчествовал, что дом Господа будет утвержден во главе гор. Исход мормонских пионеров к горам на западе Америки – предсказанная история жертвований и веры. Исаия также предрек, что Бог поступит с людьми чудно и дивно. Сейчас это осуществляется нашей растущей армией миссионеров, которые ведут священную работу. Были восстановлены ветхозаветные учения о десятине. Благодаря им все больше плательщиков десятины получают благословение. Священные писания восстановления принесли новые знания о Мелхиседеке. Сейчас происходит исполнение пророчеств о том, что жезл Иосифа, книга Мормона, и жезл Иуды, Библия, станут единым целым в руке Бога. Кроме того, восстановление разъясняет многие места из Нового Завета. Теперь мы лучше понимаем крещение за умерших. Сейчас заместительные крещения за наших умерших предков проводятся в 141 храме по всему миру. Другого способа предоставить спасение нашим предкам, умершим без знания о Евангелии, не существует. Видение Иоанна Богослова о другом ангеле, летящем посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, предрекло миссию ангела Морония и появление книги Мормона. Книга Мормона играет центральную роль в восстановлении. Она была написана, сохранена и передана под руководством Господа. Она была переведена даром и силой Бога. Книга «Учения и Заветы» содержит множество дополнительных откровений, полученных пророком Джозефом Смитом. От него мы получили больше страниц священных писаний, чем от любого другого пророка. В печальную минуту он сказал святым в Науэ, штат Иллинойс: «Я никогда не утверждал, что я человек совершенный, но те откровения, которым я учил, безошибочны». Прихожане и миссионеры сообща приглашают всех узнать о Боге, об Иисусе Христе и Его Евангелии. Каждый интересующийся должен искренне искать и пылко молиться, чтобы получить заверение в истинности всего этого. Истина будет ему открыта силой Духа Святого. Я благодарю Бога и Его Сына, Иисуса Христа, за восстановление и Его способность ускорять движение чудесной волны истины и праведности по всей земле. Давайте же ловить эту волну и исполнять наказ Господа нести Евангелие всякому племени и колену и языку и народу.
Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our holy and eternal Father in heaven. Наш святой, вечный небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь, за милость Твою, и особенно за Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за эту привилегию быть ведомыми, живущими пророками и апостолами. Мы благодарим за советы и наставления, которые Ты дал нам сегодня. Открой наши сердца и умы, чтобы мы покаялись, изменились и стали такими, какими Ты хочешь нас видеть. И об этом мы молимся смиренно во святое имя Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Вы смотрели трансляцию 183-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора студентов Университета имени Бригама Янга. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.